Здравствуйте, уважаемые подписчики и зрители нашего канала. Предпосевная подготовка семян – это неотъемлемая часть по уходу для получения большого урожая томатов, перца и других овощных культур. Среди огромного выбора средств для замачивания семян есть как полезные, так и вредные вещества, которые могут подпортить или же вовсе погубить семена. В основном о них рассказывают так называемые диванные садоводы, которые никакого отношения к делам садовым не имеют, а вот их советы могут хорошенько навредить. Для того, чтобы этого не произошло, ознакомьтесь со списком, в которых крайне не рекомендовано замачивать семена. На первом месте хлорка, доместос и другие бытовые химические вещества. Они действительно убьют все бактерии с поверхности семян, но велика вероятность, что и сами семена будут повреждены или отравлены. С этими препаратами следует обращаться крайне осторожно и вовсе не рекомендуется обрабатывать ими семена. Второе – это кипяток, а точнее неправильное его применение для семян. Садоводы старой закалки знают, что горячая вода способна уничтожить как бактерии с поверхности посадочного материала, так и вызвать более дружное и раннее прорастание семян. Но неправильное применение уничтожит все труды. Нельзя кипятить семена, замачивать их в термосе с кипятком и тому подобное. Для правильного применения положите семена между ватными дисками и аккуратно чайной ложечкой пропитайте семена кипятком. Еще одно из агрессивных веществ, которое часто неправильно применяется для замачивания семян, это уксус. Нельзя замачивать семена в 70% уксусе. Допускается замачивание в 7-9% веществе, не более чем на 5-7 минут. И еще одно вещество – это марганцовка. Казалось бы, одно из самых популярных веществ для предпосевного протравливания семян. Но и она погубила не один десяток семян от неправильного применения. Как правило, для замачивания применяется насыщенный раствор. Для семян он сильно едкий, в нем тоже нельзя держать посадочный материал дольше 5-7 минут. Следуйте советам и делитесь своими результатами в комментариях, а также не забудьте заглянуть в описание под видео. Там вы найдете ссылочки на лучшие садоводческие интернет-магазины. Всего вам доброго!